Здравствуйте, вы смотрите рубрику «Технологии». Сегодня поговорим о том, что за последние несколько лет изменилось в освещении. Настоящий переворот в этой области совершили светодиодные технологии. Они полностью изменили подход и открыли новые возможности для дизайнеров. Сейчас светодиодное освещение не только улучшает жизнь людей, но и украшает ее. С помощью LED-технологий можно декорировать абсолютно любые вещи. Все благодаря маленькому размеру и техническим характеристикам этих ламп. Если раньше подсветкой были оснащены только холодильники и печи, то сегодня любой шкаф, любая полка или ниша могут засверкать оттенком. Свет от таких элементов более мягкий, чем от ламп накаливания, поэтому выглядит это очень эффектно. При этом у светодиодов есть еще одно неоспоримое преимущество. Они не нагреваются, а значит, можно не беспокоиться о деформации мебели и о пожарной безопасности. У многих возникает вопрос об установке. Сложно это, нужны специальные навыки. На самом деле все очень просто. Светодиодная конструкция не требует там особых навыков и инструментов. Все очень просто, и обычный человек сам может это сделать. Диодные светильники могут переливаться различными цветами, причем палитра необычайно широка. С их помощью можно комбинировать основные цвета и добиться таким образом желаемого оттенка. Кроме того, чтобы выключить или наоборот включить подсветку в комнате, даже не обязательно в ней находиться. Пульт радиоуправления имеет радиус действия 30 метров. Основное удобство заключается в том, что вам не нужно направлять пульт дистанционного управления на устройство. Его можно так, всяко-разно. Есть определенные преимущества, что блок управления, то есть контроллер света, можно спрятать куда угодно, в стену, в потолок, ну, в любое удобное место. В наше время появились лампы, которые могут не только светить, но и звучать, то есть воспроизводить музыку. В эту модель вмонтирован динамик и беспроводной приемник сигнала, который можно подключить к компьютеру, смартфону или плееру. В комплекте есть пульт, с помощью которого можно управлять такими гибридными лампами в разных зонах – на кухне, в гостиной или спальне. То есть на расстоянии выбирать композицию, убавлять или прибавлять звук и свет. Например, вы включаете дома проигрыватель пластинок, он играет, при этом ваш свет изменяется в соответствии с изменением динамики звука. Есть специальные датчики, которые воспринимают звуковую волну, преобразуют ее в электрический сигнал, который потом уже передается как управляющий сигнал на светодиодную систему. Светодиоды с низким напряжением можно использовать и в воде без опасений. Именно поэтому с их помощью декорируют бассейны, фонтаны, аквариумы и даже обычные краны. Встраивают светодиодную подсветку, меняющую цвет в зависимости от температуры протекающей воды. Так голубой включается, когда льется холодный поток, красный же символизирует кипяток. Это очень полезно семьям, в которых есть маленькие дети. А светящийся душ добавляет в интерьер ванной романтики. Кроме того, это отличное средство для релаксации. Ведь светотерапия в мире известна уже очень давно. Добавлю, что премиальные светодиоды, которые продаются в красноярских магазинах, помимо перечисленных качеств, имеют еще ряд неоспоримых преимуществ перед обычными лампочками. При одинаковой яркости обоих элементов светодиоды потребляют электроэнергии в 10 раз меньше. Кроме того, если обычные лампочки очень сильно нагреваются, то светодиоды остаются холодными всего 30 градусов. Ну и срок службы у светодиодов гораздо больше, чем у обычных лампочек – до 60 тысяч часов. Вполне возможно, что в будущем мы получим новые источники света, но пока на данный момент светодиодные лампы остаются наиболее совершенными. Это была рубрика «Технологии». Если у вас есть идеи, о чем можно рассказать в следующих сериях, звоните лично мне. Мой телефон 29 29 115. Комментарии к сюжетам оставляйте на нашем сайте afontova.ru. Наталья Истомина, Олег Голубин, Андрей Егоров. Афонтова новости.